В Перми открылся мультимедийный парк «Россия. Моя история». В масштабной экспозиции отражены основные события истории страны, а также нашего региона. Выставка располагается в отреставрированных зданиях двух вокзалов – речного и железнодорожного. Что представляет из себя экспозиция, увидела наша съемочная группа. Мультимедийный парк «Россия. Моя история» – это масштабная экспозиция, которая тематически разделена на четыре раздела. Эпоха Рюриковичей, зарождение российского государства, династия Романовых, 20 век в двух мировых войнах и события с 1945 года по сегодняшний день. Выставка не заменит школьный учебник, ее задача – пробудить интерес к истории. 812 год. Все знают, да, это Отечественная война 812 года. Но мы же забываем, что в этот год Россия вела 5 войн. Там были невероятные совершенно события, которые вообще до сегодняшнего дня людей потрясают. Это настоящая историческая матрица, в которой уместились события, произошедшие более чем за 1000 лет. Ну а в помощь зрителям современные мультимедиа-технологии. В залах установили сотни проекторов, а также киноэкраны, лайтбоксы, сенсорные столы. С помощью компьютерной графики и анимации можно, например, наглядно представить расстановку сил на поле боя, понять, как выглядели воины в разные исторические периоды. Всего экспозиция состоит из 42 тем. Тут представлены и события в истории Прикамья. Только Пермский край, еще Казань, представили свой региональный контент по всем 42 темам. И коллеги очень удивились, что мы смогли это сделать довольно короткий срок, но это была действительно титаническая работа. Подобные экспозиции уже открыты в 13 регионах страны. Проект «Россия. Моя история» получил поддержку администрации президента России и Русской Православной Церкви. Это очень важно, чтобы люди имели и доступ к материалам, к историческим материалам, и чтобы имели люди навык и знания умело и правильно пользоваться этими фактами, чтобы все-таки не быть в заблуждении тех идеологических хитросплетений, которые часто бывают, в основе которых лежит вот история и исторические факты. Правительство края, все органы власти края сделают максимум того, чтобы каждый житель края имел возможность посетить эту выставку, прикоснуться к нашей истории. Ну и, конечно, в первую очередь мы приглашаем сюда детишек, школьников, мы будем организовывать сюда экскурсии с тем, чтобы эти залы всегда были полны людьми. На открытие исторического парка пригласили пермских школьников. Им и предоставили право первыми посетить экспозицию. Вперед! Губернатор края Максим Решетников поручил создать условия, чтобы выставку посетило как можно больше молодых людей. Экспозиция работает в зданиях двух вокзалов – речном и железнодорожном, Пермь-1. И тот, и другой были отреставрированы. Подробнее узнать об этом проекте можно на сайте myhistorypark.ru. Юлия Зыкова, Валерий Шикунов, телевизионная служба новостей.